Передайте, пожалуйста, русскую соль, тот, кто исчезнул во тьме. Черный заварочный снег передайте мне, человек, близко думающий обо мне. Для того эти звезды горят, для того облака любят, чтоб я ел все подряд. Командир, на меня не смотри, передачку скорее досмотри. В белом окошечке регистратуры, Господи, запиши и меня. Что ж ты, канатка моя, чиатура, не выдержала меня? Падая, видел отхваченных территорий, сады, дома. Видел подстанция, видел море, видел тюрьма. База граничная, детский сад, солдат, мельком, мелькомбинат. Выбрав услуги грузчиков, славяне, я отправляю брату таксофонную карту. Позвонить из зоны нормального отчуждения в солнечную Москву, на улицу мою Собянку. Однако же мне набирает его начальник, стырил, вы понимаете? 100 лет, говорит, не говорил с человеком воли. Ну, я с ним поговорил, конечно, конечно. Остановили меня в верхнем Тагиле. О, погугли, брат, где это вообще? Скинь координаты запиской, в чью растворенную. В кои-то веки раны мои не болят, лечит их ветерок районный. В кои-то веки вроде бы не гнобят. Но выйдешь в метель на замкнутое крыльцо, все равно, как будто маленькие гнобики бросают маленькие гвоздики в лицо. Экая шпулька вышла, бормочет швец, в первый раз навсегда опуская веки. Что мне будет за то, что смеялся над маленькой Анной? Жуки заведутся в глазах, или просто по местности незнакомой циркулировать буду во тьме? Где теперь пассажиры отмененного рейса? Такие молодые, им бы летать и летать. Высох и стал беззаботен гербарий Арсеньевич. 1000 раз подавал он на визу и к ничему привык. Но однажды нашел возле консульства в Перелеске сереньком гриб-дроболюк. Что ты хочешь сказать мне, родной, сбивчивым этим сигналом? Что мне сделать такого, чтоб зря русский срок намотать? Что ли буду ходить по дворам с червивым моим самопалом, сочувствующих собак собирать? Или в 3-м классе просвеченным солнцем поеду, если выпустят, если попросят к доске, выйду к учителю налегке. За окном приграничная рощица в поле, как голова на груди. Остается бежать и меня поминать. Если выпустят, а не выпустят, буду в воду стрелять, в землю стрелять, в листья стрелять. Редактор проявил ко мне неуважение, назвал мой роман рукописью и не извинился. Я же стала печальной и сразу ведьмой. Кто, как не я, напишет так изукрыто о боли болезненной, о болючей болячке моей, ни страны в послевоенное время, ненормальной работы в сложившихся обстоятельствах, невозможности в тяжелых личных условиях сдать себя как собаку на передержку. Запишусь в школу меча, буду бить сгоряча, потом в школу меча, буду рубить с плеча, потом в школу вождения, в школу нахождения, в школу юного приверженца, в школу политического убеженца, в школу усталости и досады, школа умения говорить о действительно важных вещах. За двоих передайте, пожалуйста, что мы устали, но благодарны. Спасибо. Не то пальто, брат Чешира, ты подогнал мне, а вот вещество другое, мутная фотография, вынутая из бассейна Боржоми. И каково же было подкупываться, когда уже отпустили воду и уходила вода, и подглядывать на граждан, которые уже вышли, сланцы, законченность нашего брата-жизнеца, свежий воздух. Проходи, эта жизнь, проходи, мне не надо, то ли мутный денек впереди, то ли корпус пансионата, то ли синий январский парк на косу выходящий, то ли ад настоящий.
Я приезжий в холодном Крыму. Где Смирнов? Где Сомин? Здесь все непривычно. Проходи, я тебя не пойму. И подарки твои не приму. Чай пустой, хлеб простой, шаурму. Лаваши обычные. Что стряслось? Ничего не стряслось, все на мне и осталось. Что скакал я, как бес, что шатался, как блядь, ничего не отпало. Что мне больно на работе простой, на площадке пустой волейбольной? Расходиться ли нам, мой дружок? Солнце светит так ярко, только листьям сквозь сетку лететь, только в светлом трамвае лететь. Дорогой майор Иван Иванович, ты всегда находишься при исполнении и не ценишь мое великолепное чувство юмора. Но в день, когда я умру, до тебя наконец дойдет тонкий смысл всех моих шуток. И говорю тебе, ты начнешь смеяться. И будешь смеяться долго и счастливо. Мне ли не надо любви? Да мне больше всех надо. Да, я переписку стер, но в облаке переписка моя. Мне ли любви? О, сколько бы я ни падал, она восставит меня. Прознаменительца, говорят, я теперь знаменит. Я себя в темноте потрогал, истлело термобелье мое, вышло время мое. Собака трогает снег на морозе, и снег без любви взрывается и летит. Без любви взрывается и летит. Вы не ли мое последнее, ты слышишь, Господи, или я устал? Я ли потер коммент неполайный? Я ли самодоволен, как мент на работе невольный, или устал? Я ли спал с Катей, с другой Катей, с Кириллом, с Игорем и остальными, или устал? В этом же сне не я ли родственников под поезд толкал? Не я ли лгал? Не я ли письмо подписал? Не я ли сейчас перед тобой зассал? Зашел над нами день актерный, туман на яузе лежит, и жизнь как кем-то активированный процесс бежит. Я спал в троллейбусе под снегом, в контакт листал, и вдруг как будто наступил на лего, кольнуло, встал. В дверях застынул и увидел снова бытовку-воровку, дом-отец, документики ваши дома, сойдите с троллейбуса наконец. Ладно, хорошо. Ты отследил меня и знаешь, куда я пошел. Так собери меня, положи ветхом на стекло беспредметное, накрой на кровь и рассмотри. Холодно, хорошо. Свет от зрачка твоего протечет ли свободно насквозь? Я никого не любил. Или нет? Толя, можно вопрос? Если в этом дебильном овраге, называемом жизнью, я прокопаюсь размером с тебя дыру, то ли прыгнет с нее на меня злая собака, то ли божье лицо, я умру, или продолжу отсюда выбрось, ленты скролить. Впрочем, тогда не читай, выбрось. Покрывай меня испарином, по всему стыду. Я по площади Гагарина, голенький, иду. Кто раздел меня, накормил щами с гвоздями, и между мной и товарищами положил вражду. Сыпай снег тому за шиворот, новогодний снег, а у меня ни рта, ни шиворота. Ну что я за человек?